Привет. Привет. Ты опоздал. Привет, милая. Ну что, поехали? Привезу их в воскресенье после обеда. Корми их нормально. Никакой пиццы. Дам тебе $5, если не расскажешь маме. 35 и по рукам. Пап, давай купим тебе тарелки. Смотри, пап, я леди. Круто. Пап, купишь мне эту штуку? Все, что пожелаешь, милая. Там что-то есть. Хотя странно, на ней даже стыков не видно. И что это значит? Тот, кто сделал шкатулку, не хотел, чтобы кто-то ее открыл. Фильм основан на реальных событиях. Ты в порядке? Мне как-то не по себе. Ты ничего странного в Эмили не заметила? Нет. Почему ты так помешалась на этой шкатулке? Не знаю. Само вышло. Успокойся. Эм. Эм, успокойся! Я понятия не имею, что мы купили. Надписи на иврите. Вот слово «дебук». Эм, где ты? Оно переводится как «демон». Что этой дьявольщине нужно от моей дочери? Этот злой дух забирает детей. Эм! Мамочка, что со мной? Если шкатулку открыть, люди начнут гибнуть. Этим летом. Папа? Эмили! Тьма! Врачи не помешают ему забрать меня. Живет перьями своими осенит тебя. Внутри и под крыльями его будешь безопасен. Щиты ограждения. Боже! Истина его. Оставь мою дочь. В нее что-то вселилось. Сэм Рэйми представляет «Проклятая шкатулка».